лучший бомбардир хозяев площадки на данный момент. Высыпали игроки. Бережогин шайбой на правом борту. И тут же следует перепасовка. Уже на левый фланг приходит шайба. Белов бросает сам. Два игрока сразу на пятачке. У ворот Новокузнецкого Металлурга добивание. Лазушин фиксирует все-таки шайбу. Заборский, естественно, был тут как тут и мечтал добить ее в ворота. Но голкипер Кузни данному действию форварда соперников воспрепятствовал. Белов от синей линии, и затем вот отличный момент у Заборски. С неудобной направлял шайбу, было у него. Ее подбирает Филипп Метлюк, 28 номер. Классная передача на Робби Тайла, тот перевод выполняет на эту комбинацию. Очень красивую комбинацию, вот только последний бросок не очень получился. Травму получает кто-то из игроков Кузни, и, видимо, очень серьезное повреждение. Еще раз этот эпизод. Белов пытается применить силовой прием, оставляет руки и попадает клюшкой игрока мячей. Это был Антон Белов, если не ошибаюсь. Нет, это был Андрей Таратухин, нападающий, 27 номер. Шайба за воротами, ну так, в стиле грецкий, там кто-то из нападающих, Рэнди Робитайл, если не ошибаюсь, находился за владениями Кари Рамо. Ну и продолжает Кузня здорово-здорово разыгрывать Робитайл. Перевод на противоположный фланг можно бросить. Снова перевод, бросок, Кари Рамо спасает свою команду. Великолепнейший розыгрыш в исполнении. Пас мне резким не сумел. Еще раз розыгрыш. Прекраснейший просто перевод на бумаге. Именно на этом необходимо сконцентрироваться мячам. На том, чтобы проводить активно не только первую треть встречи. И вот, пожалуйста, шайба в воротах. Александр Бережогин открывает счет в этой встрече. Отлично. Давайте еще раз посмотрим. Здорово тормозит. Попов убирает своего оппонента. Видит, что можно Бережогину выполнить передачу. Он там совсем один находится. И Бережогин в одно касание в правый от вратаря угол отправляет шайбу. Поймал времени и лидеры, по сути, Кузнецкого Металлурга. Неплохой проход. Семен Жеребцов сейчас едва не исполнил. И шайба снова в воротах. 2-0. Андрей Иванов. Семен Жеребцов вот такой проход исполняет. Оказывается, на льду. Но затем отскок. Волков подбирает шайбу, бросает по воротам. Нет, он не бросает. Он передачу выполняет. И как будто видел, что там находится Андрей Иванов. Ну, а Иванову ничего не оставалось делать, кроме как так. А вот сейчас, правда, в обратку может получиться у авангарда. Нестеров, отдохнувший. Великолепная передача. Заборский не забивает. Но Нестеров продолжает контролировать шайбу. Лямин с шайбой. Пас вперед на Нестерова. Нестеров потерял шайбу. Бросок, шайба в ворота. Слепыша возвращает интригу в эту встречу. 9 матчей, 4-жды отличился. Еще 3 раза помогал партнерам. Итого набрал 7 очков. Ну а сейчас уже 3 шайбы на его счету. Великолепнейший бросок. И возвращает шайбу Курьянову. Классный перевод на Фролова. Никитин в одно касание. Бросок! Лазушин фиксирует шайбу. Фролов мог и сам бросать в данной ситуации, но предпочел в одно касание. Вот сейчас перевести шайбу на Никитина, но там уложился. Думал, что Ефимов так и продолжит бежать по левому флангу, а Ефимов, в свою очередь, немножко по тормозам дал. Опасный момент, и шайба в ворота! Хотел я было сказать, что Исламов принимает поздравления от партнеров. Гришин бросает. Попадает в щиток Исламову, если не ошибаюсь. Первушин, Таратухин выбрасывает шайбу в зону. Нестеров мчится и перехватывает ее. А вот дальше Лазушин оказывается на коленях. Поднята вверх рука арбит. Очень не вовремя. Но с другой стороны, здесь если бы Таратухин шайбу в спокойной обстановке получал. Скорости сам проходит по левому флангу. Дальше режет угол, но уезжает за ворота. Укрывает шайбу корпусом, бьет по тормозам. Фролов. Отличный паспорт, бросок, и 3-2, победа авангарда. Омский авангард прерывает неприятнейшую для себя серию из 5 поражений.
Подопечные Анатолия Емельина сделали все сегодня, заработали даже одно очко, несмотря на то, что проигрывали 0-2. Ну, давайте посмотрим. Антон Белов подключился к этой атаке. Здорово все сделал Фролов. Прошел по левому флангу, уехал за ворота, освободился от опеки и увидел, что совершенно свободен Антон Белов. Последовало перед...